В Нарьян-Маре прошли уже 49-е по счету лыжные соревнования «Северное сияние». В забегах приняли участие более 700 жителей региона в возрасте от 6 до 80 лет. За 3 дня состязаний в личном зачете среди спортсменов разыграно 44 комплекта наград и 12 в командном. За стартами самых маленьких лыжников, воспитанников детских садов, наблюдал Иван Кутейников. Стартуют, падают на первых же метрах, но поднимаются и с азартом отправляются покорять трассу. Казалось бы, 500 метров – дистанция небольшая. Но для малышей, особенно тех, кто еще только знакомится с лыжами, такое расстояние все равно, что несколько десятков километров для подготовленных спортсменов. Ну, мне понравилось, как 2 минуты до старта. Все пробежали, трасса была хорошая, все было хорошо. Погодные условия едва ли не идеальные. Никаких морозов, а значит, родителям можно не переживать, что их ребенок замерзнет. Да и проблем со скольжением лыж, как признаются участники, нет. Я очень рад, что лыжи так быстро катили. И я не первый раз уже участвую на «Северном сиянии». Беги! Последние метры трассы маленькие лыжники преодолевают при помощи взрослых. Мамы и папы стараются докричаться до участников соревнований, подбадривают и подгоняют их. Вот только получается это далеко не у всех. Нет, конечно, не удается. Они бегут целеустремленно прямо к финишу. Не слышат, не смотрят по сторонам. Ускоряются в сторону. Не знаю. Что кричите давайте в этой ситуации? Чтобы Света быстрее бежала, ребенок быстрее старался, стремился. По словам организаторов, с каждым годом участников соревнований становится все больше. Это и неудивительно, ведь лыжные состязания на севере всегда должны быть спортом номер один. Конечно, они идут все за медалями, но мы стараемся награждать всех. Все команды, которые участвуют в детские сады, дипломами и медалями, они все получают значки, вымпела. То есть это должно быть, это праздник все-таки. И нужно детей поощрять, чтобы они понимали, ну, что это хорошо, это им, ну, интересный вид спорта. И поэтому этим видом, этими даже поощрениями мы вовлекаем их в физкультуру и спорт. «Северное сияние» стало турниром, который завершил в регионе очередной лыжный сезон. Впереди всего лишь несколько стартов, но участие в них примут только взрослые спортсмены. Иван Кутейников, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».